Первый троллейбус выпустил девушку на машине. Теперь сдал назад. А полицейский сзади сфотографировал эту машину. Сзади этот гусик сфоткал. Да. На второй полосе он припарковался, получается, да? Здесь же три полосы. Я уже не помню, здесь три, кажется, и парковка. Он на второй полосе прямо припарковался. Нормально? Вон вторая полоса. Там сплошная. Там вот сплошная. Это где мой палец? Это вторая. Это вторая, и там. А сколько здесь полос? Три или две? Три, да? Три получается. Раз, два. Я не знаю, здесь полоса есть вообще по снегу, я не помню. Нет, ну так вот, если считать. Раз, два. Третья, да. Три, да, так примерно. Три полосы. Три полосы. Да, и вот он на второй решил припарковаться, нашел место свободное. О, пришел что ли? Не поняла, что-то щелкнуло. Что-то щелкнуло. А, вот он, наверное, этот что ли мужик. А, вот он. А, это девушка, женщина. Ага. Понятно. Вот, вот она. Вот она. Садись быстрее. Вот они. Вот так. Все. Понятно. Мадама. Вот тебе и мадама. Ага, сейчас получишь штраф по-любому. Да-да-да, сейчас она уберет машину. Понятно. Все. Да, садись быстрее. Да, нормально? Ну, можно, конечно. Четверо детей или сколько? Пятеро. Да. Ну, все. Хоть так. Хоть так. Все, поехали троллейбусы. Поедет. Ага, сейчас он и этот скажет. Ага, управляет. Нет, ничего не сказал. Все, поехали троллейбусы. Ну, хоть недолго, и то хорошо. Все, я всех сейчас провожаю. Троллейбусы. Троллейбусы провожаю. Штраф выпишут, пункты, ну все, вперед, так и надо. Что делать, учить-то как-то надо, правильно? Ее ж не учили в автошколе так парковаться. Я одна осталась, парни ушли, ушли парни, два парня ждали эвакуатор, а сейчас эвакуатор подъедет. Вернешь. Должен же эвакуатор подъехать тоже. Все, еду потихоньку. Сейчас я уже доснимаю. Немножко осталось. Она пошла, наверное, отовариваться. Сейчас скидки. Терра Нови. Де-факто. Саламандер. Пустые троллейбусы. Десятка пустой. Это сколько десяток друг за другом, да, сейчас будут идти? Нормально? А кто-то будет ждать потом. Кто-то будет ждать свою десятку. Что, парень кого-то потерял, что ли? Ну все, иду и я дальше по своим делам. Все, концерт закончился. Ну вот, десятка сейчас пойдет одна за другой, да? Ну это же надо вот такую ситуацию создать. И пустые троллейбусы, да? Все, ладно, всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего настроения. О, десятки, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пойдут сейчас друг за другом. Сейчас будет ей подарок.
на старый Новый год. Штраф хороший получит. Не знаю, сколько сейчас штраф, без понятия. Все, ладненько. Все, всем пока.